Всем привет, дорогие друзья, с вами Обычный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как же все-таки стримить ваше приложение, игры с рабочего стола вашего iPhone или iPad. Что хочется сказать, то есть, если вы начинающий стример и вам нужно просто срочно, у вас просто горит провести стрим, у вас нет ПК, ноутбука, но у вас есть iPhone или iPad, с данным приложением вам не составит никакого труда, чтобы провести стрим приложений, опять же, игр, да хоть просто рабочего стола с вашего iPhone или iPad. Вам просто понадобится приложение, которое доступно в App Store бесплатно. Скачивайте, проводите регистрацию с данного вашего канала именно, настраивайте под себя и даете описание, о чем будет идти речь. Давайте же приступим. То есть это приложение называется Omelette Arcade. Вот, когда вы зайдете в него, вам предложат регистрацию. Здесь будет слева ниже позже, здесь регистрация. Я уже убрал на позже. И что вам нужно будет сделать? Вы можете здесь внести коррективы, войти, опять же, это будет регистрация, но вам это не нужно. Вам нужно нажать на плюсик, вот здесь, начать стрим. Пожалуйста, войдите, чтобы использовать эту функцию. Нажимаете вход, этот аккаунт будет именно данным вашего канала. Вот, я ввожу вот такие данные, провожу регистрацию. Вот, оно уже есть. Опять же, жмем на плюсик, начинаем стрим. Вот нам дает правильное описание, что нужно будет нажать. Это понятно. Вот, как это все будет выглядеть. Опять же, вы когда здесь прорегистрировались, вы зайдете через свой канал. Это будет нужно сделать. Войти жмете. После того, как вы ввели ваши данные, жмете готово. Здесь у вас все уже началось. Начать стрим. Здесь вы проводите настройки. Как видите, здесь ползунок с регистрацией пропал. Он сразу же будет идти на канал. Жмете далее. Здесь уже вылазит экранчик с настройками. Показывает, что вы можете выбрать игру, которая вам нужна. Вот. Паш уведомления. Выбираете только онлайн сообщения, общие сведения, либо же не беспокоить. Я выбираю там онлайн. Там ваше уведомление окей. Так, сохранить на устройство это не нужно. Зачем, если вы стримите, пускай идет туда все эти данные. Так, выбираете игру, это уже не имеет значения, можете ее не выбирать. Сейчас я покажу, даете правильное описание вот здесь. Здесь, допустим, выбираете то, что у вас написано. Пишите там свое, просто там, не важно, что это будет. Пускай стрим канала. Вот как я это там написал, окей. И так же самое здесь описание. Здесь мы выберем все. Удалим. И опять же, пускай это будет стрим. Всем готово. Качество. Качество выбираем, конечно же, максимальное. Вот. Качество выбрали. Все, теперь ориентация. Ориентацию всегда ставьте на автоматическом уровне. Опять же, нам дают правильное описание, понятно. И вот. Это будет сообщение о том эфире. Но сейчас это нам не нужно. Нам нужно, опять же, перейти в эти настроечки. Вот, перейдем в настроечки. Завершим ориентацию. Выбираем автоматическую. Так как если вы будете это стримить через рабочий стол, вам нужно будет это сделать именно так. Вот. Вам нужно будет нажать начать трансляцию. Вот, вот здесь, вот как сейчас идет запись экрана. И в дальнейшем намного будет проще. Если вы сразу же, если захотите начать стрим, вы просто выйдете с этого приложения, вот как я сейчас полностью выйду с него, и прожмем здесь запись экрана. У вас здесь появится не только просто как запись экрана, а еще появится иконочка, строка точнее, с Omelette Arcade. То есть сразу вы будете стримить туда автоматически на ваш канал. И все, ничего сложного нет. Зашли, скачали, провели регистрацию, ввели данные вашего YouTube канала и в дальнейшем проводите все описание, то, которое будет нужно вам для вашего канала. Вот и все. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!